28 октября прошел 7-й соревновательный день в рамках чемпионата Республики Татарстан по баскетболу среди женских команд. На площадке встретились сборные КНИТУ Кыхты и КГСУ. В начале данного матча инициативу в ходе игры взяли на себя девушки сборной Кыхты. Благодаря успешным владениям мячом и практически полным доминированием на площадке, Кыхты смогли создать хорошее преимущество. По словам и эмоциям болельщиков, трудно не согласиться, что матч выдался действительно напряженным. В камбэке мало кто верит, но такое случается, так и здесь. Под конец матча сборная КГСУ смогла перевести ход игры в свою пользу и довести матч до победы. Итоговый счет 54-44. Победа архитектурно-строительного университета. Поздравляем КГСУ с победой и надеемся на такие же красивые матчи, но уже в рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань», первые игры которого состоятся 26 ноября. Адель Шамилова, Максим Орлов, Универньюз.